Мы находимся в клубе Soho Rooms на дне рождения известного модельного агентства Avant Models. Сегодня здесь редакторы модных журналов, стилисты, дизайнеры и просто ценители женской красоты. Вечер обещает стать незабываемым, и мне уже не терпится пообщаться с виновницами торжества и их гостями. Привет, как отдыхаешь? Настроение праздничное? Конечно, мы очень долго ждали этого мероприятия, готовились к нему. Очень круто. А какие последние, самые классные события, которые происходили в модели? Я буквально 2 недели назад вернулась в Барселону, да, и я была в Сингапуре. Уже очень много поездок, очень насыщенная жизнь. Правда, долго не бываю дома, но все-таки работа важнее пока. Меня зовут Диана. Как настроение? Какие впечатления от вечеринки? Настроение отличное. Я только приехала, пока еще не успела разогреться. Ты долго работаешь в модельном агентстве? В модельном агентстве Avant. Avant, ну, буквально 1.5 месяца. Какие-то уже есть результаты? Пока еще нет, но вот сегодня был очень важный кастинг, поэтому ждем результатов. Почему многие, очень многие дизайнеры, журналы стремятся работать именно с девушками из Avant? Потому что они молодцы, они знают свою работу, и у них девочки становятся лучшими. Сколько уже работаешь в Аванте? В Аванте я недавно, но это, наверное, самый потрясающий месяц работы модели. Почему? Потому что Авант это дал мне прежде всего уверенность в моих силах и огромные перспективы на будущее. Скажи, а в каких проектах ты уже участвовал, которыми ты гордишься? Я очень горжусь работой с известными итальянскими фотографами. Я сделала несколько съемок для итальянского свадьбы. В детстве кем ты хотела быть? Космонавтом. Какая она, девушка из агентства Avant? Ну, она обязательно должна быть дружелюбной. Это главное в нашей профессии, потому что мы живем с разными девушками со всего мира. Мы должны находить общий язык. Главное быть дружелюбной, и все получится. Я думаю, да. Главное быть дружелюбной, ответственной, знать свою цель. К чему ты идешь? Скажите, что пожелаете модельному агентству? Побольше новых лиц. Я думаю, мы в этом скоро им поможем. Побольше хороших заказчиков. Почему эти девушки так популярны? Ну, я думаю, что у Юли есть некая коммерческая жилка. Она сочетает в себе необходимые качества, чтобы уметь продвинуть то, чем она занимается. Юля, я вас поздравляю. Спасибо. Скажите, модельный агент Avant имеет очень хорошую репутацию, очень крутые показатели. Когда вы открывали агентство, вы могли рассчитывать на такой успех? Ну, изначально по природе я лидер, да, и все, что я не делаю, я стараюсь доводить до какого-то логического завершения и быть первым везде. Вот здесь мы видим очень красивых девушек, звезд, счастливые лица моделей, но наверняка в реальной жизни это большая серьезная работа, так ли это? Конечно, просто каждый успех, за каждым успехом кроется огромный труд. Девушки, которые обладают потенциалом модели, их огромное количество, да, а реализуются и становятся топ только избранные девочки. Какой должна быть успешная модель? При наличии хорошей внешности она должна быть просто очень воспитанным, вежливым человеком. Какие у вас планы на ближайшие 1-2 года, 8 лет? На 1-2 года мне хотелось бы, чтобы, наверное, 4 человека из наших моделей попали в 50 лучших моделей мира, те, которые реально сейчас имеют шанс, а так, не знаю, продолжать заниматься своим любимым делом, которое на самом деле мне приносит огромное удовольствие. Рождения Avant приготовил гостям море сюрпризов. Выступление певца Джигана, диджей-сет от лучших моделей Avant, море позитива и красоты. Желаем девушкам не останавливаться на достигнутом и покорять мировые подиумы.